Военно-исторический фестиваль «От Руси до России» пройдет уже в ближайшие выходные в Петропавловске. Всех гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-развлекательная программа и множество тематических площадок. На них будут представлены выставка средневековых доспехов и вооружения Европы и России, выставка реставрированной военной техники периода Великой Отечественной войны и многое другое. Помимо этого будут работать ремесленно-ярмарочные ряды, казачий уголок, передвижная фотолаборатория и так далее. Всех жителей и гостей краевой столицы приглашают посетить фестиваль и окунуться в настоящую историческую атмосферу. Фестиваль «От Руси до России» пройдет 8 и 9 сентября в городе Мастеров в поселке Халактырка.